сегодня с вами опять я, Шмель, ну как вы уже поняли по интро в начале. Сегодня замечательная игра, я ее ждал, ну точнее она давным-давно оказалась вышла, но я ее усек только сейчас. Она вышла где-то 2013 года, вроде как, с того сайта, который я качал ее, оно было так. Называется эта игра «Ходячие мертвецы». Эта игра создана по сериалу тому же самому «Ходячие мертвецы», а точнее «Walking Dead», да, что в переводе на русский обозначает «Ходячие мертвецы». Блин, я уже заговариваюсь, давайте начнем, да. Окей, давай. Такая музычка. Машина ментов. Тюрьма. Я немного маленько в нее поиграл, я уже четвертый раз здесь снимаю. Dixon, it comes at me. You watch where you shoot that thing, okay? Так, обыскать реку. Ну ладно, давайте ее обыщем. Кстати, кровь тут очень просто красиво выглядит, и текстурка игры сама тоже. Да, кажется, я вижу кровь. Чувачок нам сказал. Так, компас. Компас нам будет указывать туда, куда нам надо идти. Короче, очень классная игра. Опа, чувак. Слышал шум. Шум. Стрелял. Помогите. Опачки. Почему ты без руки, чувак? He's too busted up. Nothing can be done now except ease his suffering. Sorry, brother. Сейчас мы будем играть за того чувачка, который убил нас. Да, Walking Dead, ходячие мертвецы.
Мальчик, жалко. Что такое? Понятненько. Банки, консервы, нифига себе. Это что, томатный соус или кого? Это не знаю, ладно. Daryl, come here. We gotta work up a plan. Давайте поговорим с ним. Daryl, come here. See anything like that? If you told me about it, I'd call you a liar. Listen, there's more of them coming. We gotta go. And the only thing we gotta do is kill every last one of them. Daryl, I know you're upset, but just listen. That sounds like a whole lot of them. We need to go now. Gather up as much as you can and meet me at the truck. Let's go then. Daryl, remember what we learned about him. Head trauma. Attack the brain. Remember, only thing we know that kills him. And be quiet, sneaking out the back door. Don't let him see you. Короче, ладно. Возьмем боеприпасы и пойдем, наверное, их убивать. Да. Так, вроде ничего больше нету. That's what I mean. О, молоток. Класс. О, как я умею. На тебе. Давайте пригнемся. Же нас не видят или видят? Нет, не видят. Ого, нифига, их там толпа-то. Иди нафиг. Опа, все заметил. Трот. Тихо, 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 ребята. Бежали сюда. Вот так. Так, еще зомбарь. Давайте потихоньку подойдем. Так. Корову сожрал, походу. Пауза, ребят. Так, ребята, мы продолжаем. Оказывается, тут надо найти нас с вами три конструктора каких-то с бензином. Ну, это, скорее всего, этих, ну, как, канистры. Тут, походу, просто неправильно переведи, канистры с бензином. О, вот одна есть уже. О, вот, бензин, отлично. Ого, вот это уже круче. Так. Офигенно. Ружье. Нет, шуметь мы не будем. Попытаемся его потихоньку убить. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Блин, козел. Ёлы-палы. Так. Спиртовый напиток. Чё он делает, ёлы-палы? А-ла-ла. Бросить. Использовать. Нет, нифига. Сухой паёк. Три штуки. А как использовать-то его? Не знаю, ладно. А, вот. Он взял его. Да, использовал. Отлично. Теперь у меня поболее жизни стало. Блин, а вот как? Ходить спокойно, чтобы они меня не слышали. Мне вот это вот интересно было бы знать. Все, вот так. Козел. Так,
Может, в тачке где-нибудь, не знаю. А почему нельзя как-нибудь, не знаю, перелить бензин, что ли? Столько машин, а я езжу на таком барахле. Капец, сколько там придется их. Вот и все. Бутылка, возможно, это для чего-то и понадобится, например, сделать коктейль Молотова или, возможно, еще что-нибудь там. О, все, последнее, да? Так, это пособираем. Или, возможно, даже в будущем бутылки эти, это будут как деньги или еще что-то. Теперь мне придется добежать до машины. Сейчас посмотрим наше задание. Так. Побег, да, отлично. Чё там? Встретиться с этим, с Джейсоном у машины. Может быть, попытаться их убить. Их не так-то много. Так что сниму парочку. Хотя патроны не надо было тоже пере... Ой, он зря это, наверное, сделал. Ладно, побежали к машине. Давай. Есть, все. Отлично. Я нашел какую-то вещь. Но это до этого. Вообще классная игрушка. Дальше что? Карта. Мы следуем хрен знает куда. Бензина у нас, походу, не так-то много. Да. Ну ладно, будем стараться. О, наконец-то. Улица. Охренеть, ребята, так это получается, тут можно выбрать, куда мы еще поедем. Просто офигеть. Давайте на улицу. А, хотя нет, на улице, наверное, будет много зомбарей. Высокий расход бензина. Давайте поедем сначала сюда, а потом уже еще дальше, еще. На самом деле классно то, что можно выбирать дорогу. Hey, about your dad? I don't know what to say about it. Then don't leave it be. But we gotta tell Merle what happened. Yeah, I suppose we do. But we ought to warn people first. What? Go to the cops? Please, we gotta go get Merle. Merle, he's... Well, he's just not right. What'd you say to me, old man? Merle's 10 times a man you are. All right, all right. Just seems you boys turn hay into shit when you're together. Загрузочка. Долгая загрузка, на самом деле. Вон шанс найти припасов высокий, шанс поломки, какие-то, не знаю, поломок, возможно, низкий. Здесь зомбари будет меньше, чем когда-либо. Да. Вот мы едем. Угу. Так, это мой ножик. Но войти в локацию давай, ну и чё? No driving through that. We're on foot from here. Ah, boy. Bet them psychos came here too. Yeah, maybe. Town circled the wagon. Погодите, я поскольку понял, нам надо было что-то выбрать, я не выбрал или как? Ладно, пофиг. Нет. У меня всё осталось, кроме моей. Моего ружья. Жалко. Так. Нам надо найти боеприпасы различные.
Сюда можно зайти? Нет, нельзя зайти сюда. Самбари. Сколько машин? Мы едем на такой развалюхе. Кстати, машины тут не очень-то изменяются, как я думал. Я думал, там всякие различные будут, а тут практически один и тот же вид машин. Да. Так, компас мне показывает туда. Перелезть может? Нет. Там зомбари я видел. Ну, там был. А, вот. Так, отлично, фонарик есть. Ого, сколько боеприпасов-то, я их не могу взять. Странно, странно. Магазин. Опа. То, что нужно. Теперь можно будет вечеринку устроить, потому что я взял спиртные напитки. Шучу. Так, где мы? Тихо. Возможно, надо так как-то быстро подходить и убивать его. Да. Надо было подходить к ним быстро и убивать. Так, дверь я закрою. Так, мне показалось, что бутылка. Там кто-нибудь есть? Туда нельзя. Кстати, там была какая-то дверь стоять. Ой, что я сделал? Вот. Можно ее открыть? Нет, нельзя, закрыто. Так, на полках больше ничего нет. Так, тут ничего. Опа. Какой ты страшный. Иди сюда. Еще был зомбарь, и он не побежал за мной. Отлично. Еще молоток. Возьми ты его. Я думаю, я двумя молотками буду сразу бить. Так, тут вроде никого. Вот я вот так и знал. Козёл. Не лезь, не лезь. Вот, всё. Козёл. Козёл просто-напросто. Вот так тебе. Так. Я что-то мог вроде открыть или нет? Или мне показалось? Нет, мне показалось, походу. Это дверь была. Зря только сюда пошел. Ладно, пойдем обратно к тем зомбарям. Так, тихо, тихо. Тут никого. Скорее всего, будем до 20 снимать. Уже скоро заканчивать будем. Наверное. Опа, зомбарь. Иди сюда. Ну. Просто не хочу убить толпу, когда их дофига. Да, не очень-то приятно, когда... Только попробую сейчас встань. Круто. Нет, если кровь, он, наверное, не истекает, его нельзя убить, потому что он вообще никакой крови не издает, ничего не делает. Это закроем. Опа, еще зомбарь. Без руки только уже. Так тебе. Все. Да. Все, больше вроде ничего нету. А нет, есть. У меня сейчас лаг был такой большой. Левая кнопка мыши, чтобы схватить. Отлично. Ну давай. А, это когда меня схватили, надо вот так наводить. Понятно. Ой,
Что мне с тобой делать? Козел. Все. Вот это пипец был, конечно. Вот бы как-нибудь можно было не шуметь. Спокойно ходить, потому что их тут дофига просто. Ну-ка. Я залезть туда могу? Могу. Замечательно просто. Так, и куда мне идти? Сколько? 5-6 зомбарей. Как слезть? Слазить. Спрыгнуть нельзя, жалко. Давай, иди сюда. Что за хрень? Ладно, не знаю. Блин, вот как-нибудь их обойти так, чтобы они бы меня не увидели. Вопрос только как? Нет. Тихо, тихо. Встал. Идем. Мне надо вон туда. Блин, нафига так пошел? Мне надо вон туда. Обратно. Тихо, тихо, тихо. Осторожно, осторожно. Так, это можно открыть? Нет, нельзя открыть. Говорили много боеприпасов, а я кроме этой чертовой канистры бензина ничего больше не... Ой, ёлы-палы. Их там дофига. Кто мне это сказал? Inside the station. Huh. Power's out. Shit. Ты мне это сказал? Something you want? Huh? I ain't standing out here playing bait all day. You got a car? You need gas, right? I can get you gas. I'm warned. Daryl, it's a truck. What happened here? The eaters happened. Me and my dad holed up here with Uncle Lester. The town held him off okay, until we lost all the cops. All but Blake. Uncle Lester? Lucky Les? Yeah, the same. He and Dad went out to see who was left. I don't think they're coming back. But Uncle Lester has the key to the generator case. And that's how we get the gas pumps running again. Right. You get the keys and crank the Jenny. I use my codes to turn on the pump, and we get out of here. Win-win. You're coming with me now? I'm not staying here, buddy. We got a deal? Так, достать бензин для машины. Каким способом? Huh. Power's out. Так, электричества нету. Закрыто. Через них я что-то не очень-то хочу идти. Там что, дофига? Ну, кажется, он ко мне идет. Здесь нет. Так, вон туда мне стрелка показывает. Там дофига этих уродов. Опа. Увидели. Ладно, давай, иди сюда. Откуда еще один, а? Давай, иди сюда. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Так, что я пил-то тогда? Вот это я пил. Использовать. Используй.
все. Нет, там еще один остался, оказывается. Нельзя открыть. Куда идти? Ментовская машина. Какого хрена? Это бесит, а? Сухой паёк. Вряд ли он что-то мне даст. Хотя ну-ка. Тут слабое. Среднее. Да, это намного лучше. Буквально убивают с пару ударов, и эти аптечки практически не помогают, если это среднее восстанавливает у меня. Просто уничтожили тут, это просто капец. Также, как вы видели, тут нету уровня сложности, тут сразу же стоит нормальный. Я надеюсь, что нормальный тут стоит, потому что это капец. Какое у меня задание было, я не понял. Достать бензин. Обмен на еду. Да. Ладно, над этим мы закончим серию. Если вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь. И с вами был Шмель. Всем удачи, ребята. Всем. Игру вы можете скачать на любом сайте. Как она называется, ну, будет понятно по названию видео. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока-пока. Пока.